Здравствуйте, дорогие зрители канала Цветики, с вами Ирина. Я приехала в торговый центр «Азмо» в городе Краснодара. Здесь замечательный магазин обуви, который мы сейчас пойдем. Ну вот, первым делом я побежала в оценки. Только здесь остались трехэтажные стеллажи с оценками. Все те же белые и сиреневые цветочки. Так, сколько же они стоят? 140 рублей. Сказали, в метре дороги берем. Камера моя не желает на паузу становиться. Посмотрите, бандочки, вазочка. Тут одна с поднишим листиком. А это... вполне. Ее цена. Сейчас аккуратненько стекло. Вот цветущая. Там дальше сиреневая. 800 рублей. По-моему, нормально. Для любителей вам. Там дальше мать и дитя, но тут не пролезешь что-то пить. Все очень плотно. Так. Ой, это похоже на муколу. Сейчас листики посмотрю. Цветочки, точь-в-точь. Да, это мукола. Я ее возьму. Потому что мои муколы загнивают. Вернее, она даже не гниет, просто. Точка роста. Вылезла и все. Я ее просто убрала. И она цветет дальше. Возьму эту муколку. Корешки хорошие, сухие. Хотя я клялась, что мне не надо. Так, вот клематисы не по распродаже. Вот, 290 рублей. Вот такой выбор. Гиацинты. Они уже цветают. Уже 2 недели пахнет обе так. Что? Так, сколько она? 29 рублей. Сейчас я дойду до корзинки, поставлю свою муколку. Клялась, ничего покупать не буду. Так, вот еще распродажные орхидеи. Ну, белые и розовые. Вот это симпатично. Тоже 90 рублей. Вот еще одна мука. Вот видите, крапчатые листики. Примула. Примула розовая. 99. Цикламены. Цикламены по 101. Невестка Настя придарила мне цикламена 8 марта. Его пересадила. Он вроде прижился. А следующие цветочки малюсенькие-малюсенькие стали распускаться. А были вот такие огромные, большие. Так, тут внизу что-то посмотрим.
По-моему, там желтый дендрубин. Спрятаться мы его так заставили. Но я доберусь. Я до него доберусь все равно. Ай! Ну что, вот 200 рублей. Будем держать, вот, может быть, даже тот самый, какой я смотрела. За 999 рублей с одной бульбы. Остальные все обрезаны. Тут тоже у него загнивает листик. Но это желтый. Ура-ура. Очень хорошо их спрятали. Я залезла туда. Сейчас выберу самый хорошенький. Ну что, они все крепко держатся в горшочках. Тут желтеет листик почему-то. А тут этот мягкая прямо бульба, им полит. Его брать не будем. Я выбираю между вот этим. Ну, видите, да, все обрезано. Корешки просто отделяются. Наверное, я остановлюсь вот на этом. Смотрите, какая прекрасная клевия. Какая пушистая. Ну, она, правда, немножко шатается в горшочке, но 192 рубля. Может, кто-то приедет, заберет ее. Красиво. Вот такой цветочек. Еще фиалочки для Лены. Красотища какая. Это фиолетовая реально. Она смотрится голубой на камеру. Ой, а вот это лиловая, темно-темно-сиреневая. Смотрится как сирень. Цветная. Красавица. Вот это уже чах. Вот такой бы я взяла. У меня были раньше фиалки. Самая моя любимая была розовая, махровая, с чернильными пятнами. Но она вот, когда я уезжала, ставила на родню. Но родня так за ней ухаживала, что мы больше с ней не встретились. А почему же фиалочка? С тех пор я не вижу такой фиалки. Так, цены не вижу на фиалку. На горшках тоже. Ковырять не буду сильно. Здесь дорогие фиалки. Так, вот это махоловки. Будем там такое-такое маленькое. Вон здесь сидит. Красные махоловки. Я так смотрю, когда-нибудь я и до них доберусь. Ну все, теперь точно пока-пока. Посмотрите, какие замечательные кремовые. Да, очень красивые. Вообще, правда. Просто, правда. Я сама обалдела. И расцветки какие. Да, расцветки, да, очень красивые. Какие, да, крупные. Да. Даже желтый. У нас в лесах растет желтый, но он огромный. Посмотрите, какая прелесть. И красный, и голубой, и синий, и розовый. Ой, и трехцветный. Сколько же такая красота стоит? Фокусируйся. Так, я там сумку бросила. 90 рублей, что ли? Да, 99 рублей. Сейчас я сумку прихвачу свою. Ой. Кстати, мне нравится пестролистные. 149 рублей. Бегония. Ой-ой-ой. Я клялась с утра, что я ничего не беру.
Только желтый дендробин, если попадете. Только желтый дендробин. Какая красотища. Какие огромные. Огромные. Примусы. Пеларгонии я тоже люблю. Я все цветочки люблю. Я жадную. Сейчас я достану, посмотрю, сколько она. 249 рублей. Фантастика. Но в этом месяце лимит. У меня уже исчерпаны цветы. Эти цветочки готовятся на оценку, я так понимаю. Вот такой хочу цену. Такой. Но они, наверное, еще не оцененные. Стоят картиночки. Сейчас я дождусь кого-нибудь из продавцов и спрошу. Хочу такой. Так, пока продавцов рядом нет, спросить некого про цень видео. Я вот поснимаю. Такая красотища. Я вам мешаю. Не-не-не. Корешки какие хорошенькие. Сколько они стоят? 499, ага, да? Ага, 500 рублей, да. Крупная, красивая. Девочка нашла. Цимбидиум еще не уценили. Только собирают и не знают когда. Вот смотрите, башмачки. Симпатичные. Кстати, своего башмачка, который я взяла здесь на распродаже. Два красивейшие улитка. 1300. И я опять вот дикая охотница, как кинулась на нее. Ну ты, Ира, ее вытащи, сними. У нее такая необычная раковина была. Ой, какой хороший малый пусик. Такая вытянутая, закрученная. Вот бандочки. Ой, камбрия моя любимая. Сейчас посмотрю. Еще осталось здесь. Вот таких я не видела на праздничных стеллажах. Были какие-то мелкие. У меня есть такая бургера, что ли, не ошибаюсь. Бандочки здесь по 3 300. И Лара опять мельтешу. Мне опять поставили без лам. Красивые крапушечки. Крапушечки такие. Не хочу руками трогать. Здесь большие ванды вот в таких вазах. Какая красивая. Какая она. Цветнистая. Так, эти 5 999. Я не знаю, что я наснимаю сегодня. Постоянно включался и выключался телефон. Не хотел на паузу там. Посмотрим, думаю, вот розовый цимбидиум. Цимбидиум, ну, 1700, да. Вот какие крупные фаленопсисы. Производство GMP. Очень крупные, красивые. И расцветочки. Такая у меня есть. Очень нравится она мне. Она когда расцветает, она розовая-розовая. И желтые губы очень красиво. Здесь смотрите, ростиков сколько. И сколько такая. Так, сейчас я сниму, как ее зовут, чтобы знать, как свою зовут. Шалинас, что ли? Салинас. Но я находила другое название, тоже не запомнить. Пятьсот рублей. Какая хорошая.
Наверное, эти тоже по 500 рублей. Они все крупные, красивые. GMP. Ну, белые, розовые. Вот желтые появились еще. Вот клевер цвету. Посмотрим, сколько они стоят. На распродаже 195, по-моему. Ой, я тут что-то не вижу. На этой нет, это бесценная. А вот там 959 рублей. Там видно, между горшочками. Любителям клеви. Повезло, есть хорошая там. Но с одним цветочком, мне кажется, это не важно. Красотища. С патефилом. Побольше. Поменьше. Такие красотки. Очень красиво сделано. Ну, мне нравится, но как-то вот пятнистые у меня не очень. Они перестают быть пятнистыми. Не хватает цвета. Жасмин. Он пахнет. А, пойдем посмотрим фикусы. Я ищу светлый фикус. Как у Елены Петровска. Я посмотрела и влюбилась в ее фикус. Так, этот фикус. 500 рублей. 499. Светленькие. Ну, подождите, фикус у меня еще. Так, такой фикус. Фикусы побольше. Дальше лес. Так, удобрение. Топокон. А, это для фикусов. Еще одна корзинка, простите, готовится на оценку. Очень крупная, красивая. Чуть посветлее. Пятнашка. Я спросила девушка, она говорит, я не знаю, когда их будет тянуть. Да, готовится на оценку. Когда утянят, не знаю. Каждый день я не могу сюда, конечно, ездить. Мой цимбидин был в шаге от меня. Видим мои мечты. Но зато желтый дендробиум будет со мной. Ну, сейчас я похожу еще кругом. Может, вы прошу, чтобы поценили сейчас. Но они все заняты. Заняты. Работы много здесь, согласна. Вот еще один стеллажик. Такие потрепанные, хочу сказать. Наверное, из тех, кто пережил 8 марта. Ну, тем не менее, стоит 500 рублей. Ой, здесь красивые, какие крупные. Вот их не было в стеллаже на 8 марта. Их, наверное, держали отдельно, чтобы их не потрепали. Так, тоже 500 рублей. Еще один трехэтажный стеллажик, цветочки по 500 рублей. Вау, красиво. Какая красивая. Ира, тебе ничего не надо. Какая красивая. И вот. Так, она бледненькая, смотрится очень хорошо. Бледненькая на камеру. Такая еще. Ну, то есть, вот этих можно выбрать. Может быть, они где-то были в глубине стеллажей. И там тоже крупная такая, полосатенькая. Вон такая огромная. Ну, тут можно выбрать. Так, пошла я к сумке своей. Вот ее. Большие, красивые, огромные тоже GMP.
и будет красотка. Но вы знаете, да, что на камеру она бледнее выглядит. Очень крупная, красивая. Их тут много. Вот желтенькая, как у меня. Только у нее губа не красная, а малиновая. И очень крупная. А мне нравится вот это. Это опять вот эти желтые. Вот видите, они искрятся. Очень красиво. И вот еще такая. Их много. Их не было, желтеньких совсем. Вот такой красавчик. Вот я вот на нем остановлюсь. Вот столик с бромелиевыми. Рамка. Моя растет, уже там свисает. Червяца мы победили, принесли червяцами сосновки. У нее там тоже пазухи такие, видите, узкие-узкие. Там он с каждым листиком вылезал червец. Да, вот такую тайландцу я покупала, но она у меня не выжила. 499 я покупала за 120. Мне посоветовали поливать его прямо в розетку. Я так и делала. И она у меня благополучно сгнила. О, красотища какая. Только начинает распускаться. Очень мне нравится, но очень большие. Пока не для меня. Тут пестролистные. Ой, какая красивая. Когда-нибудь я на нее созрею. Сколько она? Ого, 2500 рублей. Вот так вот. Сейчас пойдем кругом. Красотища, у кого большие комнаты, зал. Дифенбах я тоже люблю. У меня все вытягиваются. У кого много, а маленькие. Сколько он стоит? Ой, Харис, по-моему. Их мия, что я все перепутала. Еще 300. Это новое для меня растение. Эхинантус. Я приезжала, там были как красные ягодки вначале. Как бы в пазухах листьев. Мне интересно, что же это такое. Ну, вот такое растение. Сколько она стоит? 1300 рублей. Наверное, очень хорошая. Драцины. Это как камбрия на реанимации, только мои цветочки были крупные. И, правда, были уже засохшие. Я уже где-то ее показывала. Камбрии стоит 1600. Ну, тут мощные, конечно, бульбы такие. А цветочки маленькие. По сравнению с бульбой. У меня было наоборот. Одна бледная засохшая бульба и огромные цветы. Ну что, я, наверное, обзор заканчиваю в обе. Сейчас посмотрю по состоянию. Может быть, доедем до Леруа Мерлен. Ну, только чисто поснимать. Я себя уговариваю. Чисто поснимать. Вон молодые ростки. 8000. Я не буду его выговаривать, я знаю, как его зовут. Лучше прочитайте. Красивый, блестящий, мощный. Ростки. Говорят, он даже цветет. Ну ладно. Пока-пока. Ну что, сегодня 23 марта. Я приехала из Оби и Ашана. Наконец-то домой. Через огромную пробку была авария.
на улице Краснодара. И вот мои покупочки. Да, заснять в Ашане мне не удалось. Вернее, я снимала, но там что-то с камерой или со мной. И она очень... Ну, я удалила, короче. Видите, там, собственно, смотреть нечего было. Небольшие полочки, как бы обычные цветочки. Ни одной орхидеи никакой нет. Но иногда там даже были и котлеи. Я помню, по 500 рублей я смотрела, хотела купить. Только цветочки какие-то маленькие были, и что-то не захотела. Меня поражают крупные, большие такие котлеи. Тем более я их боюсь. До сих пор вот одна у меня сидит. Ну вот что я купила на распродаже. Не смогла пройти мимо. Мукала моя потеряла точку роста. Я как-то люблю эти цветочки, привыкла к ним. Увидела знакомый цветочек и схватила. Ну это какая-то минечка, наверное, не знаю. А минечки у меня плохо растут. Зачем я это взяла? Ну вот смотрите, корешки, шейка. Мне кажется, все неплохо. Ну, такую схватила. Вот она. А это дендробиум моей мечты. Вот я покажу. Желтый дендробиум. Я выбрала. Ну, там есть съемки, как я там роюсь. Их заставили так, я вам честно скажу, вообще не подлезть, ни этот стеллаж не подвинуть. Заставили большими тюками, чтобы никто не залез и не увидел. Но я очень хотела, и, видимо, поэтому увидела. Там было 3 штуки. Я вот выбрала такой. Ну, бульбочка усыхает, видите, насколько усохла. Цветочки это засохли. Корешки засохли. Все бульбы отрезаны, ни одного рустика. Ну, 200 рублей. Хотела я получить. За 1000 рублей не захотела взять полный куст. Ну, лучше получить такой. Ну, по-любому детки-то будут, даже если корней не даст. Хотя я надеюсь на лучшее. Мой первый дендробиум был вообще без корней, обгрызен улитками. Кстати. Да. Я убрала пакеты, потому что не люблю вот этот хруст в камере. Ну, как и все, наверное, поэтому я их убрала. Ну, вот такой у меня обзор. Спасибо, кто смотрел. А, думаю, что же я хотела еще рассказать? Цимбидиум, да. Цимбидиум, приехала я. Тоже хотела очень цимбидиум. И он там был. И был почти на распродаже. Я думала, мне повезет. Как бы мы тут договорились с Ириной Мироновой, что мне повезет. Я найду его сегодня. Я его нашла, и он там был. Именно зелененький, мини. Ну, не захотели. Ходила я за ними, ходила. Девочки, уцените сегодня. Я вот завтра не смогу приехать. Ну, они говорят, может быть, не завтра мы будем оценять. Неизвестно, когда. Ну, в общем, вот так вот. Счастье было так близко, что называется. Ну, ничего. У меня теперь есть желтый дендробиум. Вот. Я счастлива почти. Если бы я не видела этот цимбидиум, мне было бы счастье полное. Спасибо, кто смотрел. До свидания. Пока-пока.